Сразу всем хочу сказать, что этот видеоролик очень опасный, потому что за комментарии по данным видеороликам, за лайки по данным видеороликам, за все прочие действия по данным видеороликам могут написать вашей маме, то есть, возможно, даже вашему папе, возможно, даже вашей бабушке, в общем-то, все могут написать, я сам в зоне риска, но у меня уже, знаете, такой более-менее иммунитет, потому что, ну, что он еще напишет, да? Но, однако, сегодня я посмотрю его видеоролик, но перед этим, Аризона, Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также все прочие вещи, во, у меня уже пришли, кстати, деньги с Аризоны РП, все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там со всем этим познакомиться. А, все, спасибо за... Начинаем. Ребят, это ночная админка на моем канале. Друзья, реально ночная админка, которая уже совсем скоро исполнится целый год. Год, вы прикинь, он год фигней занимается по ночам. Пару красава. Дней назад на Аризоне появился новый бот, и сегодня мы попробуем вычислить таких читеров. Это тот, который у Хьюго Ромеро да. Еще, да? Конечно, за последнее время ботов развелось просто огромное количество. Очень много их, да? И, ребят, вот просто, чтобы у меня сегодня все получилось и... Поставьте лайк, да? Поставьте лайк вот под моим роликом, тогда у него ничего не получится. Кто был насыщен этими ботами, обязательно... Или ботами. Нажмите лайк под этим видео. Или дизлайк. И, пожалуйста, ребят, подпишитесь на мой канал. Потому что красная кнопка должна стать серой. Всем огромное спасибо заранее. Играй на... А чё, а серой не должна кнопка стать? Резони Saint Rose вместе со мной, а также вводи мой... Это Saint Rose, это, знает, там, бегудейте, оставьте Феникс, нормально пацаны играют на Феникс. Я тестировал бота на шахту, где меня 3 раза забанил администратор. И насколько я знаю... А что, а ютуберам можно читерить или что? Этого бота уже успешно пофиксили. Ну, по крайней мере, просто читеров стало поменьше здесь на шахте. Зато сейчас, буквально пару дней назад, появился новый бот на ТСР, где игроки, которые заключены здесь в тюрьме, могут... Игроки, которые заключены здесь в тюрьме, ну ладно, очень... он, может быть, прямо говорил, типа, вот быстро это, лайвом, сами понимаете. Ходить здесь отмычки и, соответственно, очень быстро сбегать из этой тюрьмы. Прямо сейчас давайте пропишем команду abort, ведем первый левел. Так, аккаунты с указанным левелом не найдены, хорошо, со вторым левелом. У нас есть вот такое вот окно с чекером ботов, и здесь мы просто нажимаем next. И я, походу, прям буквально за минуту наткнулся на первого бота. Смотрите, рекон у нас успешно обновляется, но мы ничего здесь не видим. Нам прилетает админский варнинг, что вот этот Ника Лаймс нашел отмычки в тюрьме за 29 секунд. Нажимаем на статс, и давайте посмотрим предметы у игрока второго уровня. 34 отмычки. Нам прилетает еще одно сообщение о том, что этот Неко нашел еще... Так надо банить уже, чего ж ты сидишь-то? 10 отмычек, давайте это также зафиксируем. У него уже 44 отмычки, жесть. И, собственно, теперь мы можем его спокойненько уже банить. Я его забаню тихим баном, чтобы сейчас нас никто не спалил, что я в сети. И... А, ну давай. Улетел. Давайте продолжим. Куда улетел? Дальше следить за вторыми левелами. И вот здесь вот у меня опять же не обновляется рекон, хотя он, как мы видим, должен обновляться, видим, да? Пытается это сделать. Давайте посмотрим статистику вот этой Анжелики, что у нее вообще имеется как бы на аккаунт, блин. Как это вырубить? У нее второй левел, $200 и только яйца. У Анжелики. Здесь у нас работает... ну шутки, типа, яйца, типа, у яйца, они же только у мужиков, типа, а тут, хотя яйца клет... Ну ладно, это вот... Тут несколько грузчиков, можно за ними понаблюдать. Потому что, как мы с вами знаем, на таких работах достаточно часто подрубают именно ботов. Вы тут? Он прочитал, как бы, мой вопрос и закрыл диалоговое окно. Вы тут? Ответьте в чат. Дац. Все, подозрений после этого больше не имеем. Так. Думаешь, после дац? А вот здесь вот я, извините-ка, случайно наткнулся на чувака. Так он просто ходит. Который уже, собственно, офнулся. Но никнейм его у меня остался, поэтому мы можем ему выдать бан. Давай. Забанил в офлайне игрока Жигуль Губа. Так, посмотрите, что происходит здесь с механиком. Почему? Что ж происходит? Тачка вот так вот горит. А, все, я понял. Так, мне получилось... Чё, а чё не объяснил ты тогда? Вот понял и не объяснил, это всегда он... Получается, здесь администратор кинул 3 ботов. Огромное ботов. Спасибо, Ами. Здесь игрок просто стоит на окне регистрации, и если его слаб... Где ж он стоит-то на окне? Он в воздухе где-то летает. Он будет вот так вот замерзать в воздухе. Тоже спокойненько баним его тихим баном по причине чит. И то же самое происходит вот с этим игроком, который также стоит вот здесь вот. И если его слапнуть, он... А, он офнится, нифига себе. Ничего себе, блин, система. Юные боты. Но это тем более подтверждает, что это бот, поэтому... А если это не повезло, он просто украшнул его, типа... Баним. Понял. Ну, в репорт пожаловались на вот этого игрока по причине чит. Я не знаю, что сделал этот вагулик, что его обвиняют в читерстве. Здравствуйте. А что 560-й сделал?
Что? А что? Тебе делать нечего, что ли? Day two. Это, ребят, уже новый день, новые часы. Ну, даже футболку не сменил, но бывает. Питеры? Ну... Да мне ли говорить, я в одной сижу, все реакции. Новое гнездо на голове. У меня есть сейчас 21 кейс, который я купил. Выглядит неплохо, кстати. За донат. И давайте прямо сейчас я... Так, знаешь, авангард. Их открою и... Такое чувство, что вот сейчас вот-вот и маме пожалуется. И вот. Что самое крутое отсюда выпадет, то мы и разыграем в комментариях. Так, поехали, смотрим. У нас точильный камень, монеты. Можно, в принципе, XP разыграть. Как вам такая идея? Или 12... А что он а боты-то будут сегодня или что там? Фуасин. Чит. С кейсов мы ничего не выбили, но у меня есть телегия, и давайте ее разыграем в комментариях. Просто давай. Пишите любой... Да что он опять разыгрывает что-то? Ты че, Андрей Ньюс? Два человека бегают, работают. На радаре мы тоже видим только их и себя. Но вот смотрите, если мы нажмем F5, то увидим, что помимо нас здесь находится еще 6 человек. Так ты бы хоть вы 5 слот съест, это, кстати, нормальная тема. То есть, возможно, здесь есть еще человека 3, которые бегают здесь с невидимкой. А может быть, там, я не знаю, не человека 3. Но прям точно я в этом не уверен. Еще один игрок, который находится на регистрации, давайте слапнем его и сразу поймем, рокбот это или нет. Так, а как только я его слапнул, он сразу оффнулся. Удивительно. И это опять же говорит о том, что... Что это рок-бот. Это бот. А, ну бот просто. В общем, ребят, я, конечно, немножко удивлен, потому что я ожидал, что ботов и читеров будет сегодня побольше. Я, как вы поняли, снимал это видео в два разных дня, чтобы объективно посмотреть, много ли ботов или нет. И оказалось, что... Слушайте, ну давайте посмотрим, сейчас он 22:34, а тут сколько времени у него? Я в сети. Час ночи. И все. Так может быть он просто типа это до этого снял, а это потом вот так сделал, типа два раза до дня. Но что-то мне не верится, что он бы так запарился, потому что, ну сами понимаете, видосики-то надо сделать, там денежки получить. Просмотр, это были ночные и немножко вечерние админские. Да-да-да. Если вы хотите, чтобы админка появлялась на канале почаще, то... Если вы хотите, чтобы реакции на Данте появлялись чаще, то, разумеется, пишите, там все вот это вот прочее делайте и, ну, в общем, много всего еще будет. Пишите об этом в комменты, да. Потому что я админить люблю, и мне будет круто от того, что вы хотите ее видеть почаще. Всем, ребят, огромной удачи, с вами был, как всегда, Данте, всем до скорого, всем удачки и пока-пока. Инстаграм на мой лучше подписаться, ВК лучше меня добавить, ВК паблик Семен, сами все знаете, сами все понимаете. В общем-то, мы посмотрели Данте, если вы хотите больше подобного контента, там, про Данте, про остальных GTA сам ютуберов, лайк, 50 лайков по данным видеороликам, будет реакция на барона Гейм Кроноса, на барона БГК, в общем, на всех остальных людей, лайки по данным видео, и все будет сразу же. Ссылка в описании на Arizona Roleplay, на все прочие вещи, тут же, так же, там же, я до 8 минут сейчас дотяну просто, и все, вы можете уже уходить, я посижу. О, я уже дотянул.